Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом сырники. Завтраком сегодняшним нашим. Доброе утро всем! Берем 500 грамм творога. У меня на 500 грамм пачечка. Разминаем вилочкой все. Ложу ванилинчик. Сахарок, стаканчик где-то, чуть меньше. Два яичка. Полстакана муки я добавляю и полстакана маночки я добавляю. Формируем сырнички. Вот такие вот сырнички сформировали. Наливаем в сковородочку маслица. Ложим сырнички и жарим до золотистого цвета с обоих сторон. Наши сырнички готовы. Приятного всем аппетита!
Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем желаю удачи, здоровья. Пока-пока.